Тест на порядочность. В Усть-Каменогорске открылся необычный магазин «Ларек». В одном из лицеев города установили витрину со сладостями и напитками. Оригинальность в том, что там нет продавца. Школьники берут товары, кладут деньги в специальную коробку и сами забирают сдачу. Насколько оказались они честными, расскажет Екатерина Рыльская. Идея открыть магазин без продавца у себя в школе пришла к девятикласснику Мухадияру Кадиярову. Взрослые поддержали и выделили деньги на закуп товара. На листе бумаги написали цены, а для выручки поставили коробку. В нее покупатели должны были сами класть деньги за купленные шоколадки и напитки. Это было 3 месяца назад. Мухадияр признается, что поначалу не все ученики вели себя ответственно. Школьник очень переживал, когда в коробке оказалось только 70% от ожидаемой суммы. Но со временем показатель честности возрос, и теперь выручка составляет 98%, чем школьник очень гордится. Был такой смешной случай. Один мальчик написал бумажку, то, что у него не хватило денег на воду, но что на следующий день он принесет деньги. Так и случилось. Он принес деньги, но самое главное то, что он был честен. Гордятся своими честными учениками и педагоги, хотя признаются, что первое время приходилось из собственного кармана докладывать деньги на новый закуп. Но уж очень хотелось, чтобы проект жил. Основная цель – воспитывать поколение, которое доверяет друг другу. И высокая ценность, человеческая ценность. К слову, в мире такие магазины весьма популярны. Первый магазин без продавца официально открылся в 2013 году в Китае. К примеру, последовали многие страны, как Европы, так и ближнего зарубежья. Таких магазинов по миру насчитывается более 500. И хотя усть-каменогорскому магазину без продавца до мировых масштабов далеко, и дети, и преподаватели верят, что данный эксперимент поможет воспитать честность как в себе, так и в других. Екатерина Рыльская, Кирилл Ефремов, Информбюро, Усть-Каменогорск.